дел спустя долгое время? Чем поменялась лига? Как она изменилась? Ну, знаете, прошло всего лишь 2 года. Я думаю, что лига чемпионов не менялся. Скорее всего, мало чего менялось. Единственное, что, скорее всего, уровень, да, чемпионат может как-то чуть-чуть ниже стал. Но в качестве, ну, в плане борьбы и зрелищные игры намного интереснее, мне кажется, стало, потому что сейчас намного результативнее игры. Но все равно европейского уровня можно сейчас назвать чемпионат России? Или он уже не такой, как был раньше? Да, знаете, мне кажется, для этого надо просто проверить. Если да. Команды, которые здесь выступают, там и занимают первые 2, 3, 4 места и выступают там, в Еврокубках, мне кажется, они бы достойно выступили там, без каких-то проблем. Шамиль Каминович сказал, что 2 очка в 4 матчах – это очень плохой результат. Он недоволен, ты согласен? Да. Я уверен, что мы больше наиграли, чем на 2 очка. Но, знаете, то, что имеем, знаешь, пока больше не заслужили. Но будем работать дальше, чтобы исправить ситуацию. Ты можешь сейчас сказать, на Махачкала останется в РПЛ в этом сезоне? Я уверен, что да. Уверен? Да. Спасибо. 2 вопроса.